Всем привет, мои дорогие подписчики и гости канала. В последнем видео я попросила у вас помощи, обратилась к вам, чтобы вы побольше комментариев писали. Очень приятно, огромное вам всем спасибо за комментарии. И сейчас хочу порадовать вас очередным видео. Кстати, видео я решила составить график, и будут видео мои выходить по вторникам и пятницам. Сейчас мы находимся на Дамлатаж, пляж Клеопатра, начало февраля, до окончания зимы еще месяц, но это не про Аланию. Сейчас покажу вам, как здесь люди, кто в курточках, кто в купальниках, по-разному, но температура хорошая, 21 градус сегодня, солнышко, море, красота. Вы не смотрите, что я уже отурчинилась, мне уже как бы холодно, но люди шикарно себя в шортах и в майках чувствуют. На главной набережной Дамлатаж, возле крепости, много народа, хотя сейчас 11 утра всего лишь, скамеечки все заняты. Собрание профессиональных велогонщиков. Наверное, многие из вас знают, многие не знают. В Турции каждый год со всех стран, со многих стран мира велогонки проходят. Вот одна группа русскоговорящих согласилась мне дать интервью. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте знакомиться, рассказывайте. Я Ирада, с Узбекистана. Живу уже здесь почти полгода. Вы сняли квартиру в аренду или? Аренду. Арендуете. Квартиру, да. А вас как зовут? Я Светлана. Я с России, с Ханты-Мансийска. Понятно. То, а вы сколько тоже здесь? Тоже арендую. Ну, мы уже вообще года три здесь. О, супер. Едем. В самой Алании именно, да? Второй год, да. Сейчас второй год уже здесь. Чей, какой, где, какой муж? Муж рады. Приехали. Только если можно громче говорить, потому что наушников. Нам не нравится. Да, вот с марта месяца я здесь тоже вместе. Супер. Чему глаз радует? Чему чем вы здесь занимаетесь? Вот вы, наверное, познакомились уже, да, здесь, мы, да? Мы на пляже с ней познакомились. И все, и вот так дружим, как сестры теперь. А далеко друг от друга живете? Вообще, вот они сейчас переехали на мою улицу, со мной рядом. Рыбный базар. Рыбный базар. Комендантский час нам не страшен, все равно друг к другу отходим. Ну, правильно. Хлеб взял, да, да. Типа за хлебушком за пошел хлебушком, и все. Да. Теперь самые родные, самые близкие молоко. Люди. Ну и я супер. За молоком хожу. Здорово. Я очень извиняюсь, как живем, меня зовут Юля Дурмаз. Юля Дурмаз, угу. Приятно. Тут знаете? Нет, украинка. За турком замужем. Мама азербайджанка, папа русский, да, ну. Вот Алани, сама аура Алани притягательна. Согласна. Кто приезжает, я буквально влюблен в Алани. Это да. И уехать не собираюсь. Хотя пенсионный возраст, дети ждут, внуки меня ждут. Чтобы я внуки приеду. Пускай сюда приезжают и помогают дедушке. Да, идем, правильно. Идем. Вот он. Для чего мы рожаем детей, они правильно? Это красота, это такой красоты нигде нет. Я просто влюблен в Алани, отсюда уезжать не собираюсь. Да, дай Бог, денежки подобьем и будем брать квартиру. Иншаллах. Дай Бог, иншаллах, иншаллах. Какая зима здесь. Ну, естественно, у людей, у зрителей возникнет вопрос, на что вы здесь живете и чем вы здесь занимаетесь? С кого начнем? Кто первый отвечает? Давайте я. Живем мы здесь на пенсию. На мою здесь как бы нормально, можно прожить. Ну, вы скажите, что это пенсия сибиряка, да? Да, или как? Северная пенсия. Северная пенсия, вот. Все равно она небольшая, но нормально. Здесь прожить можно и за квартиру заплатить. Не шиковать, скажем, да. Так нормально, безбедно, да?
свою квартиру в России сдаю. Вот. Все нормально, достаточно. Возвращаемся к вам. То же самое, на пенсии живем. На пенсии, да? Да, на пенсии. Дети помогают. А, дети помогают. Да. Девчонки, ну, в общем, домой не хотите на родину, нет, да? Нет. Наслаждаемся, очень здесь климат хороший. Фрукты, овощи, молочное, мясо очень вкусное. Рыба какая-то вообще. Было бы желание, правильно, что-то поменять в жизни и все, как говорится, в своих руках. Да. Бери и меняй, правильно? За неимением лучшего мы лучше и не видели. Да. Очень радуемся жизни здесь. Спасибо вам большое за интервью. Здесь молодые. Вот тоже русскоговорящая группа, девчонки йогой занимаются. Легко одеты, ну понятно, спорт всегда это легкая одежда. Ребятишки тоже в шортиках, маечках. Ну, в принципе, ребята, не холодно. 21 градус. Я утром была на море, человек купался. То есть обычный делал заплыв, нормально покупался, полотенцем обтерся. И ну, вот такая жизнь Алании. В общем, у нас не скучно. А это уже турецкая диаспора, скажем так. Очень много людей. Очень много людей на море. Вон даже парнишка в шортиках. Мне это место никогда не надоест. Никогда. Друзья мои, ну вот такое видео получилось у меня. Надеюсь, оно вам понравилось. Ну и его хочу закончить на оптимистической ноте. Не только молодые, богатые, красивые могут переехать в другую страну на ПМЖ, а также пенсионеры, как вы вот уже увидели из моего видео, из репортажа. Было бы желание, было бы стремление, мечты всегда сбываются. Надеюсь, видео вам понравилось. Всем пока, до новых встреч. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы именно по долгосрочной аренде или краткосрочной аренде, то пишите мне лучше на WhatsApp, Viber или Telegram, потому что если вы напишите под видео, многие комментарии я просто не вижу и, возможно, я даже вам не отвечу. А если вы непосредственно мне напишите в личку, то, конечно же, отвечу. Ну, на этом уже все. Пока!